Здравствуйте, меня зовут Квашнина Татьяна Владимировна, я педагог дополнительного образования IT-куб города Южноуральск по направлению программирования роботов. Данное направление включает в себя следующие образовательные программы: механика и робототехника, Scratch, основы алгоритмики и логики, а также внебюджетные программы Лего Почемучки и Лего Знайки для детей дошкольного возраста. Современные дети живут в век интернета и информации, компьютеров и робототехники. Достижения техники и программирования быстро проникают в жизнь как любого взрослого, так и обычного школьника и дошкольника. Ежедневно ребенка окружают сложные технические приборы, интерактивные игрушки, машины, бытовые приборы, компьютеры и смартфоны. Ребенок нового времени – это исследователь и изобретатель. Робототехника для детей дошкольного возраста – в первую очередь занятие, развивающее интеллект ребенка, творческое и логическое мышление. Работа с конструктором требует определенной степени сосредоточенности и в то же время развивает воображение, прививает желание творить и познавать нечто новое. По программе «Механика и робототехника» обучающийся познакомится с набором «Лего Веда 2.0», и набором технологии и механика, первые конструкции, простые механизмы и первые программы. Конструкторы эти достаточно простые, но уже предполагают ознакомление обучающихся с механизмами, которые встречаются в повседневной жизни и в дальнейшем будут изучаться на уроках физики и технологии. Конкурсы, в которых обучающиеся смогут принять участие, это «Лего-крошка», «Российская робототехническая олимпиада», «Икорёнок» и многие другие. Программа Scratch – основа алгоритмики и логики, которая является неотъемлемой частью направления программирования роботов, так как ребята учатся составлять, читать и понимать программу, понимать ее последовательность и логику. Обучающиеся будут работать в среде визуального программирования Scratch, и после этого курса ребята смогут продолжить свой путь в изучении робототехники и уже с легкостью смогут не только конструировать, но и программировать. Внебюджетная программа «Лего Почемучки» рассчитана на детей в возрасте 3-4 лет. Обучаясь по данной образовательной программе, ребята знакомятся с окружающим миром, изучают животных посредством лего-конструирования. Еще одна внебюджетная общеобразовательная программа «Лего Знайки», которая рассчитана на детей в возрасте от 5 до 6 лет. Данная программа нацелена на углубленное изучение робототехники. Дети учатся и развиваются в самых разных направлениях – математике, конструировании, а также у детей развивается аналитическое, логическое, творческое мышление. Благодаря занятиям по робототехнике каждый ребенок приобретет навыки общения в коллективе, научится отстаивать свои идеи, спорить и даже соревноваться.